Всем привет, с вами Тифро, и сегодня покажу вам Minecraft Expedition 0.12.0, билд 3. Да, в этом билде исправили очень много всего. Ну, давайте приступим. Также, по исправлению багов появились новые баги. Как видите, у меня стало мало слотов, и это теперь будет так у всех. Что, ну, исправили, во-первых, поход в ад. Это было исправлено для тех, у кого персонаж не заходил в ад, или ад просто вылетал. К сожалению, убрали нечаянное управление левши, но это бывает. Также добавили новую опцию в настройки, это опция поле зрения. Как видите, мы можем убавить и прибавить. Это довольно прикольная опция, такая есть на ПК. Возможно, скоро добавят новую шкалу, там где можно будет сделать себе FPS. Увеличить или уменьшить, как было на ПК. А, хотя нет, или левши есть, что-то я перепутал. Но вроде нам писали то, что мы ничего не убрали, управление для левши. Что, также пофиксили наковальню. Как вы помните, в втором билде ее пофиксили, но при заходе в наковальню она вылетала. Или когда вы делали предмет. Также вот есть какой-то еще баг с прозрачной головой, с которой мы можем проходить. Есть такой баг, то что она, данная голова, очень большая в руках. Также мы не можем одеть эту голову себе персонажа. Что ж еще исправили-то? Ну, добавили точнее, вроде бы, да, заход в наковальню в креативе, как видите, работает. Также это действует с зачарованием, вот мы можем зайти. К сожалению, это не действует с крафтом и сундуком. Но это действует с печкой. И зелье варенье вот с крафтом это тоже не действует. Ну, вы поняли смысл, наверное. Вот, поняли. Вот, что ж еще хотел сказать там. Вот я могу сейчас при вас зачаровать в зачаровальном столе, что пройдет нормально. А, ну тут не надо ни лазурит, ничего. Так. Это из креатива, но какие-то прикольно сделали. Но мы, к сожалению, я забыла, мы не сможем взять наш меч так, как я не могу выкинуть. Вот. Ну, такое обновление. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.